Вітаю в ефірі студії «Репортер». З вами Тетяна Боромбій. У наступні декілька хвилин говоримо про наше здоров'я. І у цьому нам допоможе Олександр Волков, лікар-епідеміолог. Вітаю вас. Дякую, що зголосилися з нами поговорити. Спершу почнемо про коронавірус, який стан наразі у нашому регіоні. Що можемо сказати про захворюваність? Ну, добрий день. Ми йдемо, ростемо, як і вся Україна. За сегодняшний день там 30, почти 40 тысяч заболевших, и мы там попали в топ-3 по уровню заболеваемости. У нас 2982 человека, и на данный момент мы превысили свой максимальный ежедневный рост заболеваемости, который у нас был при дельте в октябре месяце, там где было там 2500. Я думаю, что мы еще потихонечку будем расти до числа 14-15. Это связано с тем, что у нас фиксируется омикрон. Начался с січня этого года, так? Да. И тогда войдем на плато, и потом где-то с середины февраля пойдем на снижение. Поэтому это прогнозируемый рост в связи с тем, что все больше и больше циркулирует штамм омикрон. Давайте про це якраз поговоримо. Чим небезпечний омикрон, чим він відрізняється від дельти, яку ми вже... Первое, что давайте, знаете, как не будем изобретать велосипед, посмотрим, как волна омикрона прошла за рубежом. То есть, причем в тех странах, где очень высокий уровень вакцинации. Мы видим там Германия, Франция. На прошлой неделе Франция давала ежедневно 500 тысяч случаев. Германия дает 160-200 тысяч случаев. То есть все европейские страны показали в январе-феврале максимальный рост. Они показали, дали рекорды как еженедельные, так и однодневные. То есть омикрон характеризуется очень высокой контагиозностью. Если мы самые-самые первые случаи помним уханьский вирус, который он там был, там контагиозность была там 1,2. То есть от одного человека могло заразиться там 2 человека. Потом мы помним дельту, там контагиозность был там, индекс контагиозности был там. Давайте скажем, что такое контагиозность. Заразность. Сколько один человек может заразить других людей. Там было там 2-3 человека, то сейчас при омикроне оно выше 4. То есть его заразность выше. Но на это первый отличительный признак. Второй отличительный признак, что все-таки клиника при омикроне легче. То есть мы видим, что меньше заполняемость больниц. Меньше смертность. Да, и мы видим меньше летальность. Это второе отличие. Третье отличие, что все-таки он стал больше поражать детей. Даже если судить по Одесской области, у нас процент поражения детей был в общей структуре заболеваемости до 5%, сейчас доходит там 13-14%. То есть это вот главное отличие. То есть постепенно, начиная от уханьского штамма, вирус ослабевает, но увеличивается его контагиозность. Ну, мы видим, что закрываются школы. Как сейчас дети хворіють у тяжком, у среднем стані? Значит, заболевания детей стало больше, то, что мы сказали. То, что раньше то, что говорят детские врачи, они фиксируют повышение температуры, которая на фоне лечения за 2-3 дня приходит к норме. Поэтому госпитализация увеличилась, потому что родители видят высокие температуры у детей. А что можно сказать с приводу вакцинации? Сейчас мы видим підвищення вакцинации детей у регионе, в Украине в целом. Чи хворіють діти, які вже вакциновані? Если посмотреть, опять же, возвращаемся к волне, которая прошла в Западной Европе, то высокие уровни заболеваемости связаны с тем, что у них уровень вакцинации высокий, что у них болели все, вакцинированные и невакцинированные, потому что омикрон имеет такую одну тоже характерную особенность, что вакцинированные тоже болеют. Да, легко болеют, но они болеют. Поэтому даже если дети будут у нас вакцинированы, то это даст только результат то, что заболевание будет протекать намного легче.
Ми бачили у мережі багато дописів взагалі людей, наших публічних людей, з приводу того, що їхні сімейні лікарі кажуть, що тести, звичайні наші тести, не показують омікрон. Чи це так, чи є якийсь особливий тест, який можна сказати, що так, цей штам цього омікрон? Тести, які у нас є, вони показують наличие коронавіруса. А что это там, дельта или омикрон, тест нас не показывает. Мы отправляем, да, тесты такие должны быть для определения именно омикрона, должны скоро поступить в Одесскую область. А так мы для секвенируем это, отправляем для секвенации эти тесты в референс-лабораторию в Киев. Но в клиническом аспекте для человека большого значения не будет играть, чем он заболеет, это или дельта, или это омикрон. То есть алгоритм лечения одинаков. Эпидемиологам более важно знать, что у нас, какое соотношение микрона и дельта в области, чтобы знать прогнозы заболевания, пики заболевания и под это разворачивать госпитальные базы. Тобто зараз, поки нема тестів омікрон, ми не можемо сказати, що... В експрес-тестах і в усіх останніх тестах ми просто знаходимо, що це коронавірус. Скажіть, будь ласка, у нас у регіоні майже 1,5 мільйона, мабуть, більше вже людей вакциновано. Ми бачимо, що люди отримують бустерну дозу, додаткову дозу. Давайте розгорнемо ці терміни і розкажемо, що таке бустерна, що таке додаткова. Значить, давайте почнемо, мабуть, з бустерної дози, тому що бустерну дозу можуть отримати всі. Бустерна доза дається через півгода після другої дози. Она сделана для того, чтобы увеличить наш иммунитет, чтобы уровень иммунитета стал выше и чтобы мы могли легче переносить данное заболевание. Дополнительная доза, она вводится людям с ослабленным иммунитетом, с иммуносупрессивным состоянием, то есть с заболеваниями, у которых первые две дозы не вызвали должный уровень поднятия иммунитета на тот уровень, который не дали бы возможность им заболеть. Тобто мы сдаем антиген-тест, Нет. То есть группа людей с хроническими заболеваниями, есть группа людей с онкозаболеваниями, у которых первые две вакцины не вызвали поднятие должного иммунитета, уровня антител. Поэтому им вводится дополнительная доза вакцин. Цю додаткову дозу можна отримати, якщо вам прописав щось сімейний лікар. Да, это врач, это он знает, что у вас такое заболевание серьезное, он знает, что вы так, ваш иммунитет так недолжным образом реагирует на введение вакцин, поэтому он вам делает дополнительную дозу. А бустерная доза назначается всем остальным лицам, которых через полгода мы видим по нашим всем данным, что через полгода уровень антител снижается, и бустерная доза дает нам возможность уровень антител поднять на должный уровень, чтобы опять мы могли не заразиться, чтобы у нас легче заболевание протекало. Дивлячись сьогодні на статистику, ми бачимо, що пік нас ще очікує, і ми знаходимося на порозі червоної зони. Скажіть, дивлячись на Європу, на перебіг коронавірусу у світі, на їхні хвилі цієї хвороби, чи можна сказати, коли буде спад в Україні? Смотрите, опять возвращаемся к тому, что происходит на Западе. С 1 числа многие страны, не многие страны, Дания... Так, деякі країни вже почали зменшувати. Потому что главное... особенность, не главная особенность, главная причина, почему они это сделали, потому что они видят, что летальность стала очень низкая. То есть летальность, например, в Великобритании 0,8%, а было 2,4%. Ну, то есть мы видим, что изменяют ковид-паспорты, да. Масковый режим. Да, потому что они считают, что это уже не такое заболевание, особо опасная, которая приводит к такой высокой летальности. Почему? Потому что у них очень высокий уровень вакцинации. И это раз. Во-вторых, сам омикрон, он изменился. То, что мы говорили, он стал менее патогенным, то есть он вызывает заболевания в легкой форме. Поэтому они посчитали, что они будут его классифицировать как типа грипп, и поэтому все ограничения снимают. Поэтому главное сейчас наша цель, так же самое, поднять уровень вакцинации, снизить летальность, и тогда, я думаю, что мы тоже придем к этому моменту,
и Украина будет освобождаться от всех ограничительных мероприятий. Такая себе адаптация до новых реалий. Да, да. Ну, с самого начала было сказано, если вы помните, что постепенно будут мутации, и они пойдут или по ослаблению вируса, и тогда мы будем его считать как сезонный, как грипп, или он превратится в что-то более грозное, которое будет постоянно циркулировать. Ну, что-то сезонных захворювань. Мы поступово рухаємося до весни, і зараз 1 лютого наш регіон, взагалі Україна, почала вакцинацію проти поліомієліту. Давайте про це розкажемо, чому важливо вакцинуватися. Ну, поліомієліт – це не сезонне заболівання. Сезонне заболівання у нас грип. Ми зараз, грип у нас роззаболівання, заболівання по грипу пішов, плюс він перевищає епідпорог. А за полиомиелит мы вспомнили все, потому что начали регистрировать случаи полиомиелита в Украине. Это очень тяжелое заболевание, сравнивать с тем же самым ковидом, то намного тяжелее, чем ковид. Потому что, если опять брать основные, почему оно тяжелое? Во-первых, у него летальность 5%. Из 100 заболевших детей, 5 детей могут умереть. Во-вторых, он приводит к инвалидизации. И в-третьих, что ну, недопустимо, что при наличии вакцины, а у нас вакцина от полиомиелита есть, чтобы были случаи заболевания у детей, причем любой полиомиелит, какой бы он в форме ни проходил, все равно последствия будут. У нас в январе месяце зарегистрирован, в Украине в январе месяце зарегистрирован случай полиомиелита у ребенка в Закарпатье. И осенью 2021 года был зарегистрирован случай полиомиелита в Ровенской области. Это все привело к тому, что стала угроза регистрации случаев полиомиелита на территории всей Украины, в том числе и Одесской области. Поэтому было принято решение с 1 числа, с 1 февраля провести кампанию по прививкам детей от полиомиелита, которые не получили свою прививку согласно календаря прививок. То есть надо объяснить, что ребенок до 14 лет должен получить 6 прививок от полиомиелита. Теперь сейчас идет выборка детей, особенно от полугода до 6 лет, которые не получили. То есть вот мы с вами говорили только что о бустерной прививке и о дополнительной от коронавируса. Так вот эта кампания, это не есть бустерная, не есть дополнительная. То есть, если ребенок, который до 14 лет получил все 6 прививок, его компания это не коснется. Никаких дополнительных прививок не будет. Но если мы найдем ребенка, который не получил прививочку какую-либо, на каком-либо этапе, вторую прививку, или третью от полиомиелита, или четвертую, то мы эту прививочку должны сделать. Я хочу сказать про наш регион. У нас есть такая тенденция, взагалі в Украине, в Украинах СНД, батьки відмовляються від будь-яких щеплень. Да, это большая проблема, и поэтому у нас в области и в Украине такой низкий процент вакцинации, и поэтому мы не можем говорить до сих пор о коллективном иммунитете. То есть, если при полиомиелите мы считаем коллективный иммунитет, если это будет 95% вакцинированных детей, у нас в области это около 70%. Не только по полиомиелиту такая проблема, но и по другим инфекциям, на которых у нас есть вакцины. Это связано в первую очередь с пандемией, которая уже 2 года. А вторая проблема – это то, что ну, антивакцинальное настроение. Но полиомиелит – такое заболевание, которое очень грозное. Де люди можуть прийти і зробити щеплення проти поліомієліту? Сейчас сімейні врачи аналізують всі карточки дітей. А й давайте скажемо, хто у групі ризику з усіх дітей? Смотрите, поліомиелитом може заболіти любой чоловік в будь-якому возрасті. Но саме хуже всего будет протекать заболевание у детей с полугода до 6 лет. Mm-hmm. Поэтому и вот в этом, с 1 февраля в этой кампании мы будем делать выборку детей, вот именно от полугода до 6 лет, чтобы посмотреть, кто из них не вакцинировался. Потому что тут ну, риск летальности и инвалидизации в этой группе очень высокий, если ребенок заболеет полиомиелитом. А так даже взрослый может заболеть. Но, конечно, оно легче протекает. Зробити щеплення можна? Да. Значить, вакцина у нас на перший тур. Вакцина буде у нас інактивована французька. Вакцина робиться внутрішньо в область бедра або в дельту.
выборку таких детей делает семейный врач и будет приглашать в детскую поликлинику. Давайте ще розкажемо, як людям убезпечити себе від сезонних захворювань, таких як грип, окрім поліомієліту і ковіду, про що ми вже поговорили. Ну, сезон гриппа, это воздушно-капельная инфекция, то, что мы говорим, и те меры, которые мы делаем, ну, принимали при коронавирусе, они работают и при гриппе. Мы с вами говорили, что каждый человек может заболеть гриппом и коронавирусом, но тяжесть его заболевания будет зависеть от той дозы, которую, ну, человек получил. Поэтому наши все мероприятия должны быть направлены, первое, или не общаться с больным человеком, поэтому люди, которые заболели, какие-то есть клинические проявления, там, насморк, чихание, то они просто должны сидеть дома, обращаться к врачу. А второе, что мы должны носить маски, потому что какая бы эта маска ни была, я говорю, там, или это медицинская, или это респиратор, все равно оно снижает уровень получаемой дозы. Поэтому это второе. И третье – это в закрытых помещениях риск заразиться сезонным заболеванием больше, потому что если в этом помещении был больной человек, чихал, кашлял, то возбудитель здесь и остается. Но если мы начнем проветривать, то ясно, что количество возбудителей станет меньше, и риск заболеть становится меньше. То есть банальное проветривание помещений очень эффективно отражается на риске заболевания человека гриппоподобными заболеваниями и коронавирусом в закрытых помещениях. Мыть руки и следить за своим здоровьем. Да, это банально, об этом мы говорим 2 года, но оно действенно. Дякую вам дуже за розмову. Я нагадаю, що говорили ми про наше здоров'я, про коронавірусні захворювання, про поліомієліт та захворювання сезонні. З вами була Тетяна Боромбій. Будьте здорові, залишайтеся з репортером.